Одним из видов товарной продукции, производимой на ОМК, являются металлизованные окатыши. Окатыши металлизованные, термически пассивированные, являются высококачественным металлургическим сырьем с массовой долей железа в среднем 90% и металлизацией не менее 94%, низким содержанием серы, фосфора, цветных металлов, пониженной склонностью к вторичному окислению. Данный вид товарной продукции не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен, пригоден к хранению на открытых площадках и перевозке любыми видами транспорта. Металлизованные окатыши производят по технологии Мидрекс из железорудных окатышей, которые поступают в шахтные печи для металлизации восстановительным газом с температурой более 900 градусов Цельсия, полученным из природного газа после его конверсии в реформерах. Используется в электросталеплавильном производстве как высококачественная добавка к лому, частично заменяющая это дорогостоящее сырье. На ОМК притворяется в жизнь программа по увеличению объемов производства этого вида товарной продукции. Основные технологические агрегаты цеха окомкования и металлизации постоянно модернизируются, вследствие чего увеличивается эффективность их работы. С ростом производства металлизованных окатышей возрастает и потребность в исходном сырье. Немножко из истории. После проведения в 2010 году модернизации установки металлизации номер один, с выводом ее на производить более 100 тонн в час, окисленных окатышей, которые мы производим в нашем цехе, стало не хватать. И начиная с 2011 года мы производим закупку окисленных окатышей в 2011 Михайловского ГОКа, а затем Лебединского ГОКа. Объем закупаемых окатышей, которые дополнительно нам необходимы для производства металлизованных, в прошлом году составил более 300 тысяч тонн в год. В настоящее время эти окатыши мы получаем через эстакаду, которая находится вот здесь сзади нас, за территорией ОСМБТ, и затем автомобильным транспортом, БелАЗами доставляем в наш цех на расходный склад. Принимать больший объем окисленных окатышей из горно-обогатительных предприятий «Металла Инвеста» и повысить эффективность этого процесса позволит отделение приемки окисленных окатышей. Новый объект протяженностью около 500 метров будет включать в себя два бункера приемки окатышей, что позволит одновременно разгружать два вагона, а также эстакаду, на которой при помощи электрического толкателя одновременно можно разместить 10 вагонов. Отделение приемки окатышей рассчитано на прием 200 тонн сырья в час. Из бункера по системе конвейеров полученные окисленные окатыши будут поступать на склад цеха окомкования и металлизации, что полностью исключит применение автомобильного транспорта. Генеральным подрядчиком проекта является строительная организация, входящая в компанию «Металла Инвест». Объект отделения приемного окатышей мы начали в декабре 2016 года. Основной подрядчик на данном объекте является организация ООО «Рудстрой». Основной задачей нашей является выполнение строительных и монтажных работ с сентября текущего года, с сроком окончания сентября этого года. Значит, на данном объекте сейчас задействовано порядка 46 человек. Людей достаточно, работа выполняется в графике, даже с небольшим опережением. Увеличение производства металлизованных окатышей позволит предприятию не только использовать их как более выгодное и качественное сырье для выплавки стали, но и дополнительно отгружать эту востребованную на мировом рынке продукцию сторонним потребителям.